Машешь? Ну-ка, давай, физзарядка под музыку. Почувствуй себя вентилятором. Если вы в своей квартире. В варианте, чтобы согрелись части тела. Я бы не рассказал члены тела. Члены тела. Рюкзачок. Это романтическая песенка. Чё, как Кирилл пошел гулять, говорит. Чё маленькая? Как кошку-то зовут, забыла? Зося. Зося. Зося Синицына, я предполагаю, правда? Синицына, да. А у нее какие-то искания. Он Кирилл тогда у нас был. Отпечаток лица на полотенце, как в фильме про Форреста Гампа. Он же там на футболке отпечатал лицо. Ага. И сказал, дерьмо случается. Библейскую эту штуку. Что там, ну, плащаница там, да, вот что-то такое. Да я не знаю. И в Форресте Гампе это ж как бы намек был на эти. Да не знаю. Можем перейти на более такое место, ровное. Только надо сначала, наверное, обучиться. Нет, туда прикольно. Чё? Туда, там народу так много. Нет, там не надо. Пойдёмте туда. Сейчас я уже замерзать стала.